Извержение вулкана Бардарбунга в Исландии, начавшееся в августе прошлого года, продолжается до сих пор и уже привело к образованию уникального озера из лавы площадью 85 квадратных километров. Как сообщили в пятницу местные власти, сейсмическая активность вулкана по-прежнему ощущается. Там ежедневно происходят маломощные подземные толчки. Отмечается, что объемы потоков лавы, которые выплеснулись наружу, стали крупнейшими в Исландии за последние более чем 200 лет.